Выход из Евросоюза будет дорого стоить экономике Великобритании, вне зависимости от условий, о которых договорятся Лондон и Брюссель. Таков вывод исследования, проведенного для британского министерства по делам Брексита и опубликованного в понедельник изданием BuzzFeed. Если Соединенное Королевство заключит соглашение о свободной торговле с ЕС, рост экономики страны в следующие 15 лет будет на 5% ниже текущих оценок, говорится в докладе. В случае выхода из сообщества без заключения сделки, Великобритания вернется к соблюдению норм и правил, установленных Всемирной торговой организацией. Это снизит темпы роста на 8%. Если Тереза Мэй добьется сохранения доступа к единому рынку ЕС и членства в Европейской экономической зоне, рост экономики страны замедлится на 2%. В докладе отмечается, что данные сценарии будут иметь негативные последствия для всех секторов британской экономики. Серьезный спад грозит химической промышленности, производству продуктов питания и одежды, автомобилестроению и розничной торговле.